Благотворительный за столом. Сегодня праздничный обед в честь начала нового учебного года инспекторы отдела по делам несовершеннолетних организовали для ребят из семей, состоящих на учете. Встречу провели в одном из ресторанов города. Поздравить детей и пожелать им приятных и интересных школьных будней отправилась и наша съемочная группа. Зал ресторана радушно принял 11 детей в сопровождении родителей. Многие из ребят на праздничный обед попали прямо из-за парты. Нравится тебе в школе? А учительницу как звать? Афия Меркасимовна. За столом скучать ребятам не пришлось. Для них организовали эффектное шоу научной тематики. Ну а после экспериментов – подарки. Мальчикам – белые рубашки, девочкам – нарядные платья и, конечно, самое актуальное для школьников – учебные принадлежности. Все мне пригодится, мне все здесь понравилось. Здесь классно, спасибо. Еда понравилась, шоу понравилось. И канцелярия все подарили нам. Интересно. Детям очень приятно, конечно. Вообще впечатление у них уйма. Такие акции, приуроченные к началу учебного года, проводятся традиционно и в несколько этапов. Например, в августе инспекторы лично посещали семьи, вручая детям подарки ко Дню знаний. Сегодня у нас заключительное мероприятие. В настоящее время у нас по системе МВД идет акция «Помоги пойти в школу». Собрали здесь наших подопечных, состоящих на учете, друзей детей, которые в школу пошли. Некоторые пришли и в садики, которые... Неравнодушных челнинцев, желающих присоединиться к инспекторам и также помочь детям, просят обращаться в отдел по делам несовершеннолетних. Виктория Евсеева, Дмитрий Кравченко, Челны-24.